«Урал» ждет продолжения серии между магнитогорским «Металлургом» и «Сибирью» из Новосибирска. Пока в этой серии впереди хозяева сегодняшнего поединка. Со счетом 3-1 они выиграли первый матч. Какой красивый гол положил Семин. Второй вариант большинства. Выходит звено Филиппи. В атаке Семин набирает скорость. Вольский мощный. Выходит, бросает в ближний. Закрывает Салок этот угол. Но Семин тут как тут. Дальней штанги на передачу не получал. А получил, когда уже было поздно. Семин. Хорош перевод. Бросок. Салок красавец. Как успел переместиться, а? Чуть не в броске эту шайбу отразил. Но не меняют, походу. Из бросков надо начинать. Семин. Опасно. Бросок с неудобной Вольски на пятачке. Салок вступает в игру. Магнит минимум шайб привозит в зону атаки. Это уже хорошо, поскольку мы говорили о разнице в мастерстве. А здесь... Ох, какой гол! Какой гол! Как Санников сыграл! Как Санников сыграл! Сначала проверил, а позволит ему заложить корпус и вылезти на ворота. Нет, не позволит. Потом поехал дальше. Покатил дальше, смотря, так сказать, как ему за ворота уходить. И когда уже все поверили, что он за ворота-то и пойдет, то все в данном случае... Возможность вернуться и спасти ее в последний момент, это тоже важно. Сколько осталось? Новосибирцы выиграли в брасывание. 20 секунд, еще есть время. Бухты! Поворотом и 2-0. Ну вот выигранное вбрасывание. Мизараш наносит бросок. Нет, здесь нет ультра. Вполне возможно, что ультром коснулся. Но и ультром выиграл вбрасывание, благодаря которому... И снова бороться. Они к этому привычны. Они к этому готовы. И отбор. Они... Отбор опять. Ридер Валь это делает. Передача, бросок. Кошечкин в игре. Это осталось со старого года. Владимир стоял. Филиппи. Опасно. Ой, что Шалов творит. Вот Мазякин выбирается. Куварш. А тут плотно. Все равно находит Мазякин из этой плотности возможность для броска. Ну, сейчас так не играют, в общем-то говоря, да? Но я помню, но он не покажется. Он Семин как борется. Там сейчас любопытный момент был. А, такой пас на длинных руках. Ух ты! Сейчас у Магнитки будет удаление. Удар, да. И будет еще и драка в придачке с Семин. По ловушке ударил сейчас Салака. А мог удержаться? Мог, конечно. Ридер Валь. 15 секунд до выхода пятого игрока Металлурга. Еще бросок. Гол. Опять под выход игрока Магнитки. Опять от синей. По-моему, на сей раз без подставления. Да, да, попал. Попал от ноги Венцова. На Венцова. Ну, я забыл, что он отпрыгивал. Это место разохотился. Но немножко на фарт. Два прошло. Почему бы не попробовать третью? Вот здесь важно подобрать шайбу. Может, у него все сегодня заходит, да. Ульстрям. Здорово Самсонов справился. Напомню, что он заменил. Шайбой и наносить броски. А здесь, по-моему, штангу попадает. Шайба. Ох, да, даже не Самсонов, мне казалось. Магнитка имеет лишнего игрока. И это шанс вернуться для хозяев льда. Но забивать надо непременно им сейчас. Момент. Закрывает Салок. Теряет клюшку. Без клюшки вратарь Новосибирской Сибири. И даже защитник не может ему передать. Некогда. Мазякин остался без клюшки. Но три броска сблокировал за эти две неполные минуты. Да какой две неполные? За минуту. Мазякин шайбой. Передача. Еще один пас. Гол. Да, но это уже ультраси. Это да, это лучшая тройка Магнитки в лучшем своем. Причем у Ковар же голевой момент. И он отдает из голевого момента, еще делает более голевой момент, отдавая с неудобным Назарипов. Отдохнули минутку. Мазякин. Да, переводом на другой фланг. Антипин все правильно делал. Надо было атаковать. Позиция была хорошая. Потому что, видишь, мы пропустили одно. Но это наша проблема, а не судьи. Ряд моментов требовали повторы. Ой, какой плохой пас от Береглазова. Бросок поворота на Ридерваль. Игнатович за воротами. Очень грамотно разобрался. Вот такой неуверенный, да? Чисто. Потерял шайбу в Вольске, но тут-то без двух минут никуда уже, по-моему, да? Ну нет, или чисто можно? Гимаев выбивал. Чистая ситуация. Шайбу играл Гимаев. Что Игнатович там напридумывал интегральный. Куварш, как ходит шайба, Мазяки! Здорово. Сала блестяще играет. Теперь все равно.
все равно оставляет шайбу. Вот это звено особенно преуспевает. Винцоур, передача, бросок. Спасает Самсонов после броска Ульстрема. Ну что, уже опять Эмтонет. Да, опять пустые ворота магнитогорцев. Шайба у хозяев льда. И 35 секунд у них еще есть. Бросок Мазякина. Промах. Еще бросок. Опять промах. Ну а вот и сирена. Счет по забитым пропущенным шайбам ровный. Счет в серии ровный. И, в общем-то, справедливость победы одной из команд ни в первом матче, ни во втором не оспаривается.